быстро приготовить говядину, чтобы она была мягкая и сочная. Нарезаем говядину, у меня примерно полкилограмма, после этого ее отбиваем. Я накрываю пищевой пленкой и отбиваем. После чего я порезала, вот смотрите, вот на такие полоски тоненькие, все мясо. Немножко посолим. Также я добавила одно яйцо и соевый соус, ну, буквально одну столовую ложку. И сюда же высыпаем где-то ложку столовую крахмала. Все тщательно перемешаем. Подготовили овощи, у меня перец и лук. Лук я вот порезала такими перышками. Еще понадобится 2 зубчика чеснока. Обжариваем мясо до того момента, пока оно не перестанет быть красным. Буквально, ну, пару минут может быть. Вот буквально 2 минуты. Видите, вот до такой стадии. И вытаскиваем. Теперь в это же масло лук. Буквально, не знаю, секунд 15-20. К луку перец отправляем. Еще секунд на 20. Теперь я сюда же отправила мясо. Немного соевого соуса. Обязательно ложечку, хорошую ложечку сахара. Совсем чуть-чуть я добавлю уксуса. Капельку. Пол ложки примерно. У меня 9%. Сюда же крахмал. Где-то столовая ложка, разведенная водой. Выливаем. И тут же хорошо все перемешиваем. Теперь сюда же я выдавила 2 уже приготовленных зубчика чеснока. Все хорошо перемешали. А это все. Выключаем и приятного аппетита.